Уходим в минус. На этой неделе в Новосибирскую область должна прийти зима, пока метеорологическая, до календарной еще почти месяц. И сегодня последний день, когда столбик термометра поднимался выше нуля. Завтра днем обещают синоптики до минус 4, ночью мороз до минус 8 градусов. Ожидаются снегопады, и уже к выходным установится снежный покров. Согласно долгосрочным прогнозам, зима в наших широтах будет умеренно холодной. Только в начале января не исключены сильные морозы.